Андрея Крицкого «Вопящий есть канон». Из покаяния не выдрался к иным вершинам. Он исторгает стон и телесам наклон, хотя бы чуточку им горизонт расширить. Когда-то он анафему изрек со всеми прочими Вселенскому собору шестому, просчитался, дал себе зарок точить потоки слез о деле спорном. Себе не мог простить архиепископ подлейшей подписи своей заблуждения. Клобук его склонился долу низко. Веков 13 саваном оденет. Так некогда грехом Давид был сокрушен и выдал нам псалом 50-й. Помилуй меня, Боже, остолбенелый шок всем грешникам от головы до пяток. И Павел помнил Савлова геройство. Он церковь гнал, голосовал за смерть. Стефан побитый о пощаде просит. Под камнепадом гнева свет его померк. Иурия, гвардеец, предательски убитый, вопит, доколе, Господи, за кровь не отомстишь. И чернецы слезят по кельям скитским, канонам покаяния изгонят блажь и тишь. Но верующий искренно не просто прохожанин, вникающий в священное писание усердно. Хотя просчеты и грехи зажали, но знает он и верит, последний будет первым. И радостью прощения с неба осиянный ступень из благодарности умело оживляет. И рвется выше, Господу поет осанну. А кто лишь кается, нам искренно так жаль их. Зову Андрея присоединиться к нам, благодарящий Бога за чудный дар прощения. На благовестие бежим за виноградник стан, где властвует чекист, архиерей Корчемник. 17 марта 2009 года.